Друзья, всем привет! И небольшой ролик, который подтверждает истину, что ничего нового в принципе нету. В принципе ничего нету. Вчера на тренировочке с детишками боролся, но они постоянно ногами защищают, у них ноги гибкие, хорошие. И у меня получалось несколько раз вот такое движение на стопу, на голе. То есть я как бы прохожу ноги отсюда, да, и убираю ногу, как правило. И вот отсюда обычно коленом заряжаются с тем, чтобы потом продолжать работать. Ага. Так вот, в этом положении, если оно получается, вот, пятку убираю, он закрывается коленом, и здесь получается, что он меня держит голенью. Здесь рукой просто прижимаем к себе, забираем пальчики и прижимая к себе, выворачиваем стопу. Тут больно пальчики, стопа, и очень неприятно здесь голень продавливается. Ну, надкостница фактически вот эта, которую очень мало кто набивает. Я говорю, для меня это была новинка. У меня в процессе борьбы получилось. А пришел сегодня в тренировку, показал. И казалось, что это уже много людей этим пользуются, делают. Но я не видел, не смотрел. Так, боремся. Я увидел возможность сбросить ногу. Сбрасываю ногу. Он закрывается коленом. Живот подвожу, чтобы он не ушел, чтобы плотненько было. Рука, самое главное, прижимает к себе. Прижал как можно себе, ручка отсюда, прижал с тем, чтобы он даже уже ногой не пошевелил. Пытаемся ногой шевелить как-нибудь. Вот, на ногу прыгнул. И здесь просто давим костями на надкосницу, отрабатываем пальчики и стопу. Даже если в процессе борьбы он меня смог уронить куда-то, вот сюда, а я продолжаю держать, все равно я сделаю ему больно. Все равно сделаю больно, потому что вот это положение не меняется. То есть к этому положению можно прийти из совершенно разных положений. Просто соль в том, что это движение реально, оказывается, им работают. Вот, движение. Начинаю, контролирую колено, да. Руку только не отдаю, потому что что может получиться? Я охочусь за ногой, руку отдал, и мне вышел сразу на болевой, да. Эту ошибку не совершаем. Локоток при себе. Скинул. Подтянул или подошел вот сюда. И прямая спина. Потому что если я буду согнутый, партнер забирает корпус, и мне не получится это сделать. Просто нереально сделать. Прямая спина, нога так, или просто стоим, прижимаем вот к себе. Вот сюда. Как будто вот молимся. Взяли и все к себе. Ухом прижали к стопе. И чтобы понять, насколько это больно и когда наступает боль, делаем медленно. Вот я взял. И сейчас Игорь будет потихонечку реагировать. Я начинаю сжимать, отдавливать. Вроде ничего не произошло, никакой большой амплитуды. А вот. И еще. Эти движения резко не делайте, потому что может быть неожиданно для партнера, да, на тренировках. И можно ногу травмировать. Ну и заключительный раз. Боремся. Показал где-то. Пузо нажал. Вот. Отвлек и забрал. И прижал. Вот такая техника, она незамысловатая, но в принципе надкосницу никто в этом месте не тренирует. Спасибо, всем удачи.